Приветствую вас на YouTube-канале «Из камней». Я Мария. Сегодня переделка. Давно уже не снимала переделку. Переделывается каждый день. Почти очень много украшений. Изготавливается что-то новое, но на видео я снимать не успеваю. Вот купила нитку барочного жемчуга. Это жемчуг Майорка. Двое сережек, пара сережек, вы видите, я их сделала, но они получились очень массивные. И кулончик вот такой из перламутра. Это все, что из чего я буду собирать. И замочек, вот видите, капелькой. Это замочек, с помощью которого кулончик будет пристегиваться и отстегиваться. То есть колье будет трансформер или сатуар. Получится трансформер. Я буду мелкие бусины из сережек вставлять между крупными. И сейчас еще покажу, что буду переделывать. Вот еще. Вот тут у меня черный агат с полосками такой вот. Такие красивые бусины натурального черного агата. Вот здесь два среза с петельками. С каждой стороны я буду добавлять вот эти бусины сюда, замочек такой же, с помощью которого будет отстегиваться и пристегиваться кулон. Будет сатуар со срезами, с двумя срезами из агата. Все. И жемчужины барочные, две крупные и две маленькие. И вот такой набор у меня есть для переделки. Смотрите, тут такой небольшой срез агата или кварца тонированного. Кварц тонированный, скорее всего. Ниточка голубого агата и бусы из розового жемчуга. И вот эта большая бусина, она пойдет подвеской. Вот такие бусы у меня еще есть. Еще двое бус таких. А то иногда разрежу что-то, а потом спрашивают: ой, Мария, я хочу такие бусы. А они висели-висели уже так давно, что я их решила переделать. Ну, так вот, такие бусы есть. А сейчас смотрите, что получилось. Вот такие колье-сатуары у меня получились. С помощью вот этого замочка легко можно убрать подвеску. Посмотрите сначала, потом покажу, как без подвески. И еще один сатуар собрала, потому что нашла еще один кулон с перламутром. А здесь из белого перламутра мозаика, а здесь целые кусочки перламутра. Вот такая оправа красивая, бейл. Можете просто с цепочкой носить, если у вас есть вот этот кулончик. Он может быть как самостоятельный аксессуар. И из голубого агата получилось вот что. Вот здесь маленький срез. Маленькая друза или друза. Также есть вот такой барочный жемчуг. Вставила я сюда крупные камни агата, чтобы они дополняли вот этот кулон, эту подвеску. Тут вот этот замочек, он тоже позволяет отстегнуть кулончик, перевернуть бусы обратной стороной, чтобы этот замочек был сзади, и носить без подвески. Сейчас покажу вам. Вот смотрите, те же самые украшения уже без подвесок. Вот этот замочек, вот в этом месте он раскручивается и туда с легкостью проходит бейл кулоном. Еще я сделала две пары сережек вот к этим колье из жемчуга. Вот одна пара сережек я сделала с двумя бусинами, одна крупная, другая помельче, так же как и в этих колье. Но кому покажется тяжеловатыми эти серьги, для вас я сделала более облегченный вариант. Ну-ка, тихо. Для вас я сделала более облегченный вариант. Это жемчуг Майорка. Вот вспомнила, что у меня есть красивая подставочка. Вот это швензы с радированным покрытием, с английским замочком. Данные сережки подходят и к этому колье. А вот посмотрите сережки с двумя бусинами тоже на подставочке. Тоже швензы с радированным покрытием. Ушки не будут болеть от них. А вот еще раз посмотрите на колье из голубого агата, барочного жемчуга и вот с такой маленькой друзочкой. Оно асимметричное, его можно как угодно вешать. Вот замочек с правой стороны сейчас. А вот так колье будет смотреться, если замочек под волосы убрать сзади, чтобы он был.
по-разному очень хорошо. Фурнитура под золото. Жемчуг здесь в основном розовый, кремовый. Вот это колье стоит 3200 вместе с подвеской, соответственно. А вот эти по 2800. Здесь барочный жемчуг, здесь натуральный жемчуг. Эти колье изготавливались не на заказ, все они в наличии и готовы к отправке в любой город. Отправка из Подмосковья. И чуть не забыла показать вам со срезами черно-белого агата. Вот такое украшение получилось тоже. Такой же здесь замочек, чтобы с легкостью можно было снять подвеску. Вот он, второй срез, это первый. Ну что, мне очень нравится, как получилось. Колье получилось асимметричное. Вот я сняла подвеску, замочек получился свободный. Можно теперь вот так, вот так. Так, по-разному. Очень красиво со всех сторон. Вот такая красота у меня получилась. Мне очень нравится это украшение. Я таких не собирала еще. Но думаю собирать. Вот понравилось с голубым агатом. Асимметричное оно тоже. С жемчугом и с агатом. И здесь тоже и жемчуг, и агат. Только там голубой, а здесь черный агат. Это агатовое колье стоит 3200, потому что здесь не дешевые срезы. И две крупных барочных жемчужины. Это добавляет свою цену. Еще, если вы интересуетесь барочным жемчугом и в целом жемчугом, то хочу показать вот эти украшения. С правой стороны колье с подвеской из натуральной барочной жемчужины. Крупная барочная жемчужина. По левой стороне вы видите жемчуг. Он не барочный, но натуральный. Замочек такой же, как и в предыдущих колье. То есть жемчужину можно убрать и носить колье без жемчужины. Без жемчуга смотрится вот так. Мне кажется, не очень привлекательно. Такие колье носятся вот таким образом. Посередине колье из барочного жемчуга. Каждая жемчужина натуральная. С чередованием крупная-маленькая, крупная-маленькая жемчужина. Длина этого украшения 51,5 см. Размер бусин примерно 1,5 см. Даже больше есть. Вот. Около 2 даже есть. Цена этого украшения 3825 рублей, это со скидкой 15%. Еще вот это вам покажу, 3825 рублей, длина колье 50,5 сантиметров. Очень крупный жемчуг тут, не идеально белый, он с розовыми, с бежевыми вкраплениями. Крупные жемчужины нанизаны на тросик по очереди, мелкая-крупная. Это тоже мелкий жемчуг, это речной, натуральный, кремового цвета. Недавно было собрано два сатуара. Они очень длинные, у меня не помещается ни на один манекен из-за длины, поэтому я сделала в два оборота, показать вам на манекене. Смотрите, какая здесь прекрасная барочная жемчужина. Этот жемчуг тоже натуральный. Вот здесь фианиты под золото собрано украшение. Оно очень длинное. Цена 3800, длина 98 сантиметров, не считая подвески. Подвеска еще около 5 сантиметров добавляет длины. Можно носить с платьем, с водолазкой, с блузкой. Вы сами определитесь, чем вы будете носить это украшение. Но оно очень нежное такое, красивое, цвет золотой. Такой естественный, очень похоже на натуральное золото. Ну, конечно, это не золото. Весь металл с радированным покрытием. Долго не будет темнеть, ржаветь не будет и не вызывает аллергии этот металл. Поэтому покупайте, не бойтесь, что у вас будет на коже аллергия от этого. И еще информация для тех, кто не находит в моем магазине украшения по своему вкусу. Если вы не видели, то на YouTube-канале есть 3 видео с обзором камней на нитках. И вот смотрите, девушка заказала, она приобрела 3 нитки. Апатита, 3 нитки турмалина, и я собрала двухрядное колье из этих камней длиной 57 сантиметров. То есть вот на каждое это украшение 3 ниточки хватило турмалина. И одну ниточку апатита, вот такого крупного, приобрела тоже девушка. Я сделала 2 браслета по 19 сантиметров, длина нитки 38 сантиметров. Этот браслетик я собрала вот таким образом. На этот уже длины не хватило, и я добавила металлическую фурнитуру. Получилось очень даже ничего. Заказчице понравилось.
Это самое главное. Так что вы можете заказать, приобрести ниточки и заказать мне двухрядное колье, трехрядное, можно сколько угодно рядов собрать. Вот так, смотрите, выглядит замочек под серебро. Вот эти ниточки продаются в одном видео, это в другом видео. Скоро будут еще обзоры камней на нитках, поэтому, если что-то не нравится, подождите до следующих видео. А я вас благодарю за просмотр. Хочу вас пригласить в свой магазин, ссылка в описании под видео и в комментариях. Магазин находится на ярмарке мастеров. Переходите по ссылочке и смотрите, у меня более 1800 украшений в наличии. Колье, браслеты, просто бусы классические. Очень много авторских украшений. Заходите, смотрите, отправка из Подмосковья по всему миру. Смотрите, сколько всего в наличии. Все украшения, которые представлены в магазине, все готовые. Поэтому оформляйте заказ через корзину. И я вам в ближайшее время отправлю посылочку. Посылка отправляется Почтой России или курьерской службой СДЭК. Если в другие страны Почта России вас не устраивает, можно какой-то другой службой. Почта России самая экономичная доставка, конечно. Если нужно побыстрее, готовы оплачивать доставку, то не проблема, отправлю ЕМС, например. Они быстро доходят по ссылочке. Все, буду ждать вас в подписчиках своего канала, в своем магазине. Если не получится оформить заказ через корзину, пишите мне на WhatsApp. Спасибо за просмотр, всем пока!